388 заявлений получили специалисты СОТЭК Магадана от желающих обзавестись земельным участком в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар». Проект действует с 2016 года и предусматривает предоставление безвозмездное пользование участка площадью 1 гектар на Дальнем Востоке. Земля предоставляется сроком на 5 лет. В дальнейшем участок можно оформить в собственность или долгосрочную аренду. Самыми востребованными у россиян стали районы поселка Снежный и микрорайона Снежная долина. Для того, чтобы стать участником программы «Дальневосточный гектар», необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, зайти в федеральную информационную систему «Дальний Восток» и далее, следуя инструкциям, направить заявление в департамент СОТЭК мэрии Магадана. Департамент по рассмотрению заявления поставить земельный участок на кадастровый учет и направить заявителю договор на подписание. Кроме электронной подачи заявления, заявление можно подать в письменной форме лично при обращении в департамент, либо почтовым отправлением. Также заявления по гектару принимаются многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробнее о том, как стать участником программы «Дальневосточный гектар», вы узнаете сегодня в программе «Разговор по существу», которая выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Повтор программы в 22:00.